Майский день в тюменской зоне, на пороге выходных подошел этап далекий, не спеша. Суетятся уркаганы, в жилки встали мужики и не дремлят в кабинетах кумовья. Завели под крышу лихо, по-простому в лепешке, всем смертям и доли злой наперекор. Сразу сходу объявился, по продолу не спеша, к нам Аким Серега шел, московский вор. Батя, знай, басота рядом, если надо, ты скажи. Дружно встанем и клыки судьбе оскалим. В кровь укутаем манжеты, мать поймет, Господь простит. А братва через года душой помянет. В кровь укутаем манжеты, мать поймет, Господь простит. А братва через года душой помянет. Закружилась, завертелась, крет от хату с трех сторон. Даже к солнышку приставили замки. Суетятся уркаганы, приготовился продол. Если цифра, значит бойня предстоит. Духоволные вагоны, в сердце камень не замрет. Будет биться за идею до конца. Не найти вам мир преступный, в жизнь с протянутой рукой, без идеи и законного отца. Батя, знай, басота рядом, если надо, ты скажи. Дружно встанем и клыки судьбе оскалим. В кровь укутаем манжеты, мать поймет, Господь простит. А братва через года душой помянет. В кровь укутаем манжеты, мать поймет, Господь простит. А братва через года душой помянет. Опа-на! Всем босикам памяти Сереги Акима. Батя, знай, басота рядом, если надо, ты скажи. Дружно встанем и клыки судьбе оскалим. В кровь укутаем манжеты, мать поймет, Господь простит. А братва через года душой помянет. В кровь укутаем манжеты, мать поймет, Господь простит. А братва через года душой помянет.